На повестке дня вопрос о мерах по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, которые в последнее время приобрел особую значимость. Сегодня край столкнулся с новой бедой. Выявлены факты вербовки детей в школах края в группировку ИГИЛ, запрещенную в России. Школьницы 7-8 классов, пример, общались через интернет с членами ИГИЛ и распространяли среди одноклассниц идеи создания исламского халифата. Необходимо улучшать качество работы сотрудников социальных служб, которые непосредственно контактируют с неблагополучными многодетными семьями и трудными подростками. К ним должен быть индивидуальный подход. Наше равнодушие к этим подросткам вернется, я еще раз подчеркиваю, их равнодушием к нам только завтра, когда они вырастут. Тогда уже на самом деле будет все. А сегодня мы как бы пробегаем мимо этих проблем. Многодетных семей, трудных подростков, мимо роста преступления среди несовершеннолетних. Пробегаем и думаем, нас это не коснется. Коснется. Эти дети вырастут. Поверьте, коллеги, они вырастут и превратятся в других уже людей. И рост совсем другой преступности у нас уже будет. Нельзя забывать о роли семьи. Прежде всего, именно родители должны относиться к детям предельно внимательно, не пропускать ни малейшего изменения в поведении подростков дома и в школе, быть в курсе взаимоотношений со сверстниками.